Ребята, всем привет, это канал Я Маша, и сегодня я хочу снова посмотреть, что же внутри горки. Тем более, последний раз я ей делала 3 очень-очень болючих укола SCP, для того, чтобы она успокоилась, и мы мстили за дрон директора Ютуба. А сегодня я хочу посмотреть, что же с ней происходит внутри. Я очень сильно рискую своим телефоном за 3 косаря долларов, поэтому, пожалуйста, поддержите меня лайками, поддержите меня комментариями и напишите, что бы вы хотели увидеть в следующем видеоролике. Ребята, я на свой телефончик скачала специальную программку с Даркнета для того, чтобы мы все-таки смогли зафиксировать самое-самое ядерное аномальное явление, которое будет происходить в этой SCP-горке. Поэтому не будем терять ни минуты. Поехали! Вот я уже поднимаюсь на SCP-горку. Сейчас я буду спускать свой айфончик за целую кучу бабок. Поэтому, пожалуйста, директор Ютуба, следи, чтобы, я надеюсь, он хотя бы вылетит, вернется ко мне обратно. А теперь давай мне камеру, чтобы все знали, что я это делаю по-настоящему. Ребята, все по-настоящему. Итак, вот я уже прямо здесь. Вот это SCP-горка, а вот мой телефончик. Сейчас я включаю запись. Ну что, поехали. Опа. Камера ложим вверх. И запускаем. Она не хочет принимать. Боже, так страшно, придется даже немножко сюда залезть. Ой, ребята. Смотрите, не хочет. Или она меня заманивает. Боже, меня засасывает. Боже, я еле вылезла отсюда. Вот это жесть. Теперь где ты там, Маша? Боже, директор Ютуба, это просто жесть. Фу, ребята, меня чуть не засосало. Я просто в шоке, вы видели это. Она специально делала так, чтобы телефон туда не проваливался. И она хотела сожрать меня и теперь отомстить мне. Посмотрим, какой привет передала нам горка SCP. Ну что, директор Ютуба? Вот твой телефон. Ты уже его поднял? Да, он целый. Хорошо, я спускаюсь. Даже ни одной царапинки нет. Фух. Короче, когда ты его спустила, я увидел, что он там лежит. Я подошел, его быстро взял. Но он был очень теплый и записал в этот момент видеоролик. Я посмотрел, а там был целый час записи. Представляешь, ты сбросила ее за 1 секунду, а он записал целый час записи. Поэтому я думаю, что лучше эту запись посмотреть дома. Мы же не будем сейчас в парке сидеть и смотреть это. Все, погнали смотреть быстрее. Фу, директор Ютуба, это просто жесть. Я только что рисковала своей жизнью. Представляешь, этот телефон не хотел спускаться. Просто прилип. Я уже раз его толкнула, второй раз толкнула. И потом я поняла, эта горка сделала специально. И она хотела меня просто заманить туда и сожрать. Ребята, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк, подпишитесь на директора Ютуба и пишите комментарии. Это очень сильно помогает продвижению нашего видеоролика и наших каналов. А что снял телефон, мы посмотрим уже дома. Ребята, вот мы уже дома, и сейчас мы посмотрим, что же внутри желудка SCP-горки. Такого мы еще не проделывали, поэтому обязательно смотрите внимательно, вдруг мы что-то увидим этакое. Кстати, смотрите, видите, на превьюшке уже видно, что там какой-то желудок, что-то такое. Короче, я сам не смотрел видео, но превьюху я уже видел. Что, тогда нажимаем, будем смотреть, что тут было, да? Боже, ребята, это похоже не на желудок, а на кишечник с какашками. Да не то слово. Смотри, такое ощущение, будто бы это еще не то, что желудок, а только телефон проглотнули, и он как-то поэтому... По кишкам просто. Да, по стравоходу или как-то, по трахеям, короче, горки он пищевод, идет туда. Стравоход. Да, по пищеводу она идет, видите, какое все там. Это ж через эту штуку, получается, всех, кого пожирает, оно, короче, все через эту штуку. Это проходит. Ты через эту штуку проходил. Так ты проходишь вот так вот, пум, мгновение, как ты этого это не замечаешь. Как это директор Ютуба в какашках нам не вылез, непонятно. Так, что, смотри, видишь, вот, там какая-то слюна. Фу, это, наверное, непереваренные остатки всего, что туда это? Попало. Кстати. Это похоже на какашки. Смотрите даже, что...
что с телефоном у Маши было, вот. Она его когда скинула, он даже треснул у нее тут. Тут плохо, конечно, видно, но он, короче, потресканный там полностью. И благо, что это iPhone, он может в воде держать очень долго. Там буквально может там целую неделю пролежать на глубине 1 метр, если ничего не будет. Поэтому только iPhone можно скинуть в горку. А все остальные телефоны, которые водопроницаемые, они просто там поломаются и ничего не запишут. Так, идем дальше, смотрим. Смотри, что это желтая какая-то бяка там. Фу, ребята, мне аж плохо, честное слово. Там просто сплошная бяка. Блин, это мой телефончик через кармашки. Представляешь? Он через все это прошел, твой телефон. Ребята, это все ради вас, этот контент. Поэтому, пожалуйста, смотрите видео от начала до конца и ставьте лайки, пишите комментарии. Смотри, смотри, ты уже в сам желудок, походу, попадает. Вот это прикол. Смотри. А знаете, что еще странно? Такое ощущение, что телефон просто тянут, а не он как-то... Потому что горка его в себя всасывает. И проталкивает кишкой, наверное. Знаете, как вы едите? Такие, глотаете. То же самое делает горка со всеми людьми. Смотри, что тут. Вот это жесть, да? Ребята, а самый прикол, вы видели вот только что в начале видео, как быстро он появился. То есть вы представляете, насколько по-разному время течет в горке и у нас здесь сейчас. Это капец. И смотри, как оно долго глотает. Это же очень долго все. Что о, это смотри. Было только что? Смотри, там какие-то камушки или что это? Ребята, если вы знаете, что это такое, напишите в комментариях, пожалуйста. Знаете, на что это похоже? Это похоже на трилобитов. Сюда мы сейчас картинку добавим с этими страшными жуками. Фу! Смотрите, такое это что-то. Это похоже на трилобита. Так, давай посмотрим, что дальше. Странно, телефон двигается туда. Смотри, там какая-то водичка течет с той стороны, вон, смотри. Что за приколы? Просто течет какая-то там водичка, ребята. Все, что ли? Странно, мой телефон застрял, получается. Давай посмотрим, что будет, что же было дальше. Мне самому уже интересно. Ну вот, смотри, ничего не происходит, просто все статично. В чем прикол? Может быть, она пыталась его переварить. Все, смотри. И не получилось. Я понял. Может быть, горка думала, что это какой-то съедобный предмет, человек, животное, либо еще что-то. А потом она поняла, что это просто электроника и выплюнула ее. Поэтому она ее держала так долго. Странно. Смотри, сейчас она, походу, выплюнет обратно. О, видишь, она пытается обратно выплюнуть. Только что сюда двигалась, теперь двигается в обратную сторону. Смотри, она не понимает, что делать. Смотри, что это такое? Фу, это похоже на большую какашку. Такой скаток какашки. Вот и все вроде, все, больше ничего не будет? Прикол, конечно. Ну смотри, там какая-то сплошная водичка, больше ничего не происходит. Нет, мы должны посмотреть от начала и до конца. Каждая секунда уже важна. Уже там конец, конец. Сейчас посмотрим, что там. Фу, ребята, на что вам это похоже? Ну, реально, это просто вот такое, представляете, в желудке. Смотри. Что это? Такое все коричневая жесть, короче. Пишите в комментарии, ребята, что там, что вы там, если вы что-то разглядели там интересное, напишите обязательно это в комментариях. Мы все комментарии читаем, так что подписчики, вы их не зря пишите. Так, видела? Там что-то... Пузырьки. О, пузырьки это идут. Пуки, наверное, горки. Пуки? Горка делает пук-пук? Пучини. Пучинит горку? Капучино с горки течет. Все. Смотри, смотри, смотри. А потом, короче, я так понял, видео просто вот обрывается вот здесь. И все. Да. Смотри. На самом интересном. Видели? На самом интересном видео оборвалось. Там были какие-то, блин, штуки непонятные. Что это такое было, я вообще не знаю. Оно оборвалось не просто так, потому что это сжатый материал, ребята. То есть видео, которое мы вам показали, вот это, ну, буквально сколько здесь, там, 2 минуты. Мы их сжали с 40 часов. Поэтому, если вам было интересно, напишите в комментариях, и мы попробуем снять это видео до конца и посмотреть, как телефон прям вылетит. В
ваши лайки и ваши комментарии помогают продвижению наших каналов. Если вам не сложно и вам даже просто лень писать какой-то комментарий, просто ставьте ваш любимый смайлик, а мы рандомно будем выбирать людей и дарить им подарки. И просто чувствовать, что мы делаем все правильно. Это нас вдохновляет и помогает делать контент для вас интереснее. Все, всем пока, ребята. До встречи!